Батальону «Донбасс», как и Национальной гвардии, сегодня не хватает оружия, которое есть у Министерства обороны. Об этом заявил командир батальона территориальной обороны «Донбасс» Семен Семенченко. С его слов, нам требуется, чтобы Министерство обороны нам передали часть оружия, поскольку оно там есть, а в Национальной гвардии, в которой мы сейчас находимся, его нет. Все очень просто. Все внутри одного государства. Все всем понятно, но нужно, чтобы быстрее шарики крутились в бюрократической машине. Нужны бронежилеты, нужны подствольники, которых сейчас не хватает у нас в гвардии, заявил Семенченко. Вместе с тем, как заявил исполняющий обязанности министра обороны Украины генерал-полковник Михаил Коваль, в настоящее время вопросам всестороннего обеспечения вооруженных сил Украины уделяется максимальное внимание.